Щуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием True Face Quest Video Games. И я недавно делал другую версию этой игры. Там было 10 уровней, а здесь оказывается из 30 уровней. Офигеть, это ж на целых 20 уровней больше. Логично. В общем, посмотрим, что в этой игре тут. Angry Birds! Кто-то в ней играл? Я надеюсь, что вы в ней играли, но вам она нравилась. Ауч, больно. Окей, значит, нужно послабее. Это называется послабее, я перекину ее на, мать ее, крышу. Заново. Полегче, да полегче делай это. Ладно, нужно как-то иначе. А если птичку взять, да? Кинуть вот так. Ей! Я взорвал свою ноту! Кстати, там народ говорил, типа, ой, ты проходил эту... О! Ты проходил эту игру раньше, ты знаешь, как все это проходится? Нифига! Те уровни, которые я знаю, как проходить, я проходил в предыдущем видео. Это все, больше я их не знаю. Поэтому не надо на меня наговаривать. Ребята, я нормально прохожу и what the fuck. Candy Crush Saga. В Candy Crush я не играл ни разу, на самом деле, поэтому я вообще не знаю. Что ты такое, чмо? Что это за фигулина? Вот это и вот это. Вот это и вот это. Вот это и вот... О! Нормально, я что-то сотворил. В смысле? Ой, уйди. В смысле я проиграл? Я же все нормально сделал. Окейушки. Надо смотреть как-то иначе. Нужно смотреть как-то более обширно на все это огромное мусорное вонючее месиво. Если вот так, если направо. А если просто подождать? Она просто мигает быстро, может она взорвется или что-то такое? Нет. Если я делаю вниз, тогда заканчивается уровень, и мы как бы проигрываем. Это не то, что мне нужно. Я не хочу проигрывать, я хочу выигрывать. Хм, ладно, я нажму на все вокруг. Сюда, сюда, сюда. А почему я проигрываю, когда я это делаю? По идее, я выигрываю, нет? Ладно, мне нужна подсказка. Отодвинуть мусор. Что? Что? Окей. Внезапный Пэкман. Как я должен был догадаться до того, как это делается? Слышь ты, фигулина, смарковина, хочешь вот это? Хочешь звездочки? О, покемон. Здесь есть собрать 10 покемонов, тогда мы типа откроем секретный уровень. Если за жопу пощупать, нет, за ноги, за вот эту пипетку, за глаз, за зубы, в рот тебе могу засунуть палец, не хочешь? Ну ты и не очень. А если я вот это отодвину? А если я вот сюда нажму? Ёб твою мать, комар! Я сейчас тебя взлючу! Я попал комара! Я поймал комара! Йоу! MVP! Я не знаю. У меня никогда не получалось его хватать, а сейчас я его прям поймал, по-моему, зарексил. Вот он лежит! Выкуси! Так, что мне нужно с тобой делать? Мне нужно тебя как-то... А, мне нужно тебя раскачать! Эй! Левел, в смысле, фейлит! Я сделал все, что нужно! Нужно бы его смыть? А если закрыть вот эту чепухлёбеньку? Давай, отодвинуть, отодвинуть. Походу, очень много здесь игр будет делаться именно при помощи отодвигания, пододвигания вот этих всех действий. Оторвать сортир! К хренам! Кому нужен сортир? У меня сосед наезжал на меня из-за того, что у меня сортир стоит, качается. А я виноват, что он у меня качается. Самого его вина. Давай вот это вот отодвинь. Слушай, ты умри. А, стоп, 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 стоп. Подожди. Подожди, уйди отсюда. Подожди. Он падает. И я не нажимаю. А, все равно проигрываю. А если он падает, я его вытаскиваю. Нет, я его только смываю. И закрою. Ха! Вот что надо было сделать. Нужно просто чисто следить за всем. Если ты сделал дело, тогда, пожалуйста, закрой за собой вот эту вот, вот, вот крышечку. Да. Обучение с Виндяем. Это 2048. В смысле 2049? 1024 плюс 1024 не получается 2049. Игра, ты не права. Между прочим, о боже, зачем я это сделал? Значит, надо как-то по этим потыкать. Может быть, типа 2049? Да-да-да-да-да-да! Ха! Выкуси, игра! Ты не настолько умная, как ты думаешь. Вот, даже какой-то пацаненок вылез и показал мне лайк. Типа, охренеть, ты какой клевый. Да, Чепушила, я клевый, а ты нет. Этот уровень я проходил. Сюда, сюда, потом сюда. Хэп-краб влетает, вылетает, и я ем. Вот так вот.
вонючий мусорный хрен. Да? Да. После того, как ко мне выйдут парочка скелетов, этот уровень я тоже проходил, мне нужно снять очки. Выйди, скелеты, вы родители, я на самом деле насрал на пол. Ну извините, вот такие игры в наше время. Я играл в Майнкрафт, и меня там загриферили и сказали, насри на пол, иначе я не верну тебе твой алмазный бок. Я сказал, ладно, могу, почему бы и нет. Танки онлайн. Вот, блин. Слушай, а здесь нет, кстати говоря, покемона? Я, наверное, покемона где-то профукал. Что мне нужно с тобой сделать? Оу. Что? Что? А если уменьшить? Что тогда произойдет? Я уменьшил. Но, должно быть наоборот. Его всосать, наверное, туда. Раз если увеличиваю, то вытаскивается дуло. Тогда если я уменьшаю, тогда его должно всосать. А, теперь мы играем в 2D танки. Фига, что я по клавиатуре как баран. Давай, ты тебя рад? Я не знаю, почему ты этому рад. Ты ухудшил игру. Игра была клёвой, ты ее ухудшил. Почему ты этому рад? Скорим. Курица. Как? Нате говно. Рад говно? Не рад говно. Чё-то его печалит говно. Обычная курица идет побыть. Бу! Тебе нужна вот это? Да хватит забирать говно! Я не хочу давать ему говно! Я хочу дать ему что-нибудь другое. О, покемон, кстати говоря. Что это вообще за страсть? Что это за монстр был? Он не похож на покемон. Чё ты ржёшь? Чё ты ржёшь? Шапку сними. Шапку сними, тепло. Тебе жарко будет. Не-не-не-не-не-не-не. Может, мне что-то вытянуть надо? Тебя вытянуть? Да как? Это просто пиздец. Сколько я времени потратил на это? У меня не работал эмулятор. И все, что нужно было сделать, это чпонь. И мы вот так вот победили. И теперь... Хо-хо-хо-хо-хо, you bitch. И все. И враг убегает. И мы проходим уровень. Это было так трудно. Я потратил на это гребаный день. На то, чтобы это сделать. Да, здесь жопа. Я пержу, жопа выходит. Они такие, что, чё, иди, вот сюда вот жопа. Я прыгаю сюда, улетаю, вы меня не хватаете. Ха-ха-ха, я смеюсь, вы лошары. Писец, как же это было тяжко. Ужас, ты не представляешь, насколько ужасный ужас. Я потратил на это день. На то, чтобы пройти один гребаный квест. Мать его, ладно. Fallout, 4000, о, покемон, здорово. Что мне нужно делать? Открыть? Нет. Бухать? Ага, выпито раз, выпито два, у меня 3 крышечки. О, там... Здорово, ребят. Что? Нет, в смысле, уйдите, нет! А как вообще, как они пробили мою броню? Они не должны пробивать ее одним ударом. Слышь, вы чё, быдло вообще, Ладно, что мне тогда нужно с этим сделать? А что если я выпью 2? Оп! Вряд ли это то, что нужно. Ну-ка давай, ребят, давай, кто на меня? Бандиты, подходи. О, первое, второе, вот это новая еда, нормально. Теперь пошли дальше. Неплохо. Этого квеста, кстати говоря, не было в предыдущей игре. А, это, как там, Фрут Ниндзя. Старт. На-нах. Что дальше? На-нах. Готово, и теперь какашечку. А я не буду. Слушай, левел фейл. Не нужно какашечку резать, это ж меч твой заговнит. Я не хочу говнить свой меч. Ну, видимо, придется. Давай сюда свою какашечку. В смысле? Слышь, ты чё, Что это за хрень? Ладно, ты болван. Сейчас попробуем по-другому. Возьмем его. И теперь нужно ее поднять. Я пробую поднять. Да я тебе дам в ухо. Ты что, дурак, что ли? Я не возьму это, я не возьму другое. И попробую какашечку вдарить. Давай по ней. Шараш. На! Я прав? Да, ну конечно! Ха-ха! Это я видел! Дыщ! Потом сменить оружие! Бум! Не-ги-ги-ги-ги-ги-ги! У тебя теперь есть клевая вертушечка на голове! Сдрисни отсюда, щегол вонючий! Он с таким же звуком убегает, как я бегу на кухню, когда мне приготовили покушать. Я такой, кушать. Это я видел. Вот так вот надо. Чпоньк и все. Беннет, йоу, бич. Я проходил это у себя в предыдущем видео. Скройся, реклама, ты мне ненавистна. Дельфинчик. Дельфинчик, хочешь рыбу? Еще рыбы хочешь? А 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 еще рыбы... О, покемон. А еще рыбы хочешь? А еще рыбы хочешь?
А еще рыбы хочешь? А еще рыбы хочешь? А еще... Кончилась рыба. Извини, дельфинчик, все, обосрусушки, теперь нет на тебя рыбы. Сдохни от голода, тварь. Что мне с тобой нужно делать? Ехать, как я его вштырил от этой рыбы. Ухи! А может быть, мне надо его схватить? Ухи! Че тебе не нравится? А если я кину рыбу и на тебя нажму? Кину рыбу и на тебя нажму. Кину рыбу и на тебя нажму. Кину рыбу и на тебя нажму. Да бляха ж мухаш! Так, ты вот шкет. А если я тебя вытяну? А если я вот это вот увеличу? А если я тебя увеличу, я на что-нибудь колесиком могу сделать? Чего это вздрючиво-то? Не вздрючивайся, вздрючень. Если я тебя на глазик нажму. Оп-оп-оп, на зубы. Нет, 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 нет. Ну что-нибудь! А может быть я должен как-нибудь это... Горы мусора, хочешь? И теперь он застрянет. Окей, хоть это и пердёжная штука, но это забавно. Дельфин, летающий на реактивной тяге своего придержает, это достаточно забавно. Шмиг, давай, шпиляй, шпиляй. И сюда закинь, и полей. Полей, и все будет козырное. Готово, готово. Теперь вырасти. Здоров, трол фейс, подсолнучек. Нет, это не то, что мне нужно. Окей, тогда вскопай. Теперь закинь. Ага, теперь полей. И теперь надо, наверное, его вытянуть. Вытянуть. А если контролом? А если тебя выкинуть просто нахрен? Нет. А-а-а! Жмякать, жмякать, жмякать! Блин! И что? А, нефть! Нефть! Давай сюда! Бабки, толст оф мани! Обмазывайте меня этими деньгами! Обожаю, это прекрасно! Теперь я могу купить себе большую ферму! А, это я видел. Тебя надо достать... А ну вылази! А ну вылази, ты пердон! Достаточно тебе! Вылази! Вылази, кому говорят! Сюда залезь! Сюда залезь! Вот все, я поеду на твоей жопене! Нормально! Супер! Офигеть, как здорово! Покемончик! Привет! 7 покемончиков. Нужно найти 10. Я думаю, мы можем найти всех. О, боже, что здесь делать? Здравствуйте. Ага. 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 И... Эй! И вот этот. Почему я проиграл? А если вот время? А если как-нибудь отодвинуть? А если колесиком? А если... Вообще, на кой это все мне? Тебя нашел, тебя нашел. Внизу там еще один хрен. А что дальше? Мне нужно огонек здесь достать. Мне нужно как-то отодвинуть, тебя отодвинуть, тебя отодвинуть, тебя отодвинуть. Тебя взять. Да-д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 а. И время, время, время. What the fuck? Да, наконец-то! Это был второй пиздец, как много времени я потратил на робот. Что был такой страшный? Куда мне теперь-то нажать? А, здорово. Радостный, такой довольный, в отличие от меня. Окей. Йоу. Нафиг. Нафиг. А, понятно. Если я фигачу на любого из аниматроников, он меня пугает, пушистая скотина. И вот Чика. Самый стрёмный, я думаю, из них это Чика. Что мне нужно делать? Включить? Нет, нельзя, Чика меня пугает. Вот же шмара. А что мне на себя нажать? А если я себя вытяну? А если я... О, покемон. Это я не заметил. Что мне нужно с тобой сделать? Как-то мне нужно... Аба! Так они должны, наоборот, бояться света, а не нападать. Оп. Бойтесь меня. Теперь посмотрел на всех, они такие... О, боже мой, господи, это же парень, в него вселился демон. Так, так, так. Это мы проходили с тобой на предыдущем видео на моем канале. Ну окей. А, это я тоже проходил. Ну давай, дрончики. Оп, нет трусов, все. Травля летит, смотри на мои трусы. А, нет, наоборот. Ха-ха, у тебя трусы. Вот, да, лол, смешно. Dark Souls! И восстанавливается здоровье. Песик. Ух ты, скотина! Level failed. Если я просто сяду здесь. Восстанавливается здоровье. Все супер. И псина опять подойдет на сыр. А что тогда дает то, что я тролля-лети делаюсь? Ну-ка, тролля-лети. Теперь сажусь. И сейчас я псину убью. Оп. Супер. Внезапно. Слышь, собака, я из тебя сейчас сделаю еду. О, все. Нет, я просто съем внезапно упавшую сосиску. Не стоит есть сосиски, которые падают вам не с небес. В один день это может быть не сосиска. Нате, туалетную бумагу, обосрись. Нате, туалетную бумагу, обмажись. Нате, туалетную бумагу... Сдохни там, нахрен. Здорово. Ой. Окей. На себя.
А, я могу стать мумией! Мумиё, мумиё! А ну иди сюда, я теперь мумиё, я тебя нахрен наколупаю тут! А, все, не наколупаю, он просто убежал. Ха! Лошара жирная! Я не уверен, что это победа, на самом деле. Мне кажется, если ты смылся в унитазе, это и не победа, это поражение. Если ты смываешься в унитазе, то тебя в канализации встречает большое количество черепашек-ниндзя, и они тебя пинают. Это не победа. Вот это мы проходили тоже на предыдущем видео. Победа, бьёт! Что у нас дальше? Это же отсылка к, блин, как ее зовут, где, типа, ты вирусом играешь и вирусишь все. Throw фейсик, свое лицо отодвинуть, пододвинуть, как-то приблизить. Уйти нахрен отсюда, я пошел, до свидания, ребята. Нет, не могу. Что-нибудь я вообще могу сделать? Что ты такой грустный? Обвеселись. Вот тебе наркоты для веселья. Вот тебе вот этой, вот, ну ладно, на, веселись. Не веселиться, на тебе, вот, веселись. Не веселиться, на тебе, вот, веселись. Чувствую, трудно ему веселиться, когда он умер. На. Если типа по фасту жмянкаешь, тогда он становится клёвым. И иди туда, и вставай. Встань и иди. Что я тебе говорю? Встань и... Ты чё, тупой, что ли? Подними свою жопу с этого стола, что-то прилип к нему. Иди делай что-нибудь, делай штуки, восстанови. Ну что-нибудь делай, ну делай, ну что-нибудь. Я думал, что это с этим надо сделать. А, и все, мы захватили мир. Нужно было просто выйти. Когда он выходит, весь мир резко захватывается. А, он выходит и идет сам захватывать мир своими троллейскими руками. Получите бесконечное количество. О, боже, что за рожа. Нате унитаз. Нате что-то еще. Пушку на тебе. Ты что пердешь на мой замок? Ты говно. Я тебя сейчас попердю. Это не помогает, ничего не помогает, безысходность. А, иди на унитаз, сходи, ну блин. Почему ты такой жирный, отвратительный? Ты потный, вонючий. Окей. Норм, а это? Нет, не могу. Эй, блин. Я не могу этого отодвинуть, я могу отодвинуть только один предмет. Один предмет, унитаз, значит унитаз нужно куда-то воткнуть. И тогда у меня будет победа. И тогда вот эта жирная конец сдохнет. К воде. Нет, на воду. Сюда. Хе-хе-хе. Теперь ты не пройдешь. Хардстоун. А, вот это. Цыпл. Какашку дай ему. Цыпл, забери. Вот, сделай что-нибудь. Я превратился в цыпл. Почему? Нет. Кинь вот это. Вандерзон тебе. Щи. Не помогает. Кинь какашечку, лови. Я сделал себе воина. На тебя еще ванту с голову. Окей, просто будем жмякать везде. Ну-ка, может быть, на тебя как-то надо? Оттащить, ротан твой оттащить. Нет, туда, сюда. Да! Как меня бесит эта игра! Трофейс квест на Дуаке. Кстати, ребят, как думаете, стоит ли мне другие трофейс квесты пройти? Что это такое? Приблизить, отдалить. Отодвинуть. Нет. Вот здесь вот что-то. Вот так. Нет? Там ничего? Вот. Я не знаю, кто такой, но ты, блин, проиграл. Я победил. Фак. Ага. Могу больше? Нет, не могу. Что мне делать с тобой? Съешь? Я хочу вот так. Ты! Слушай, соберись. Раз, два. Теперь его уменьшить. И съешь его. Почему он начал издавать такие звуки? Марио. Банк. Отодвинуть. Пошел туда. Почему это победа? А что-то это поражение? Я его видел там! Я его там видел! Его шляпка там выглядывала! Что это было сейчас? Ну постой! И вот так вот вытащил тебя. А, то есть не важно было бы, что бы я сделал, просто нужно было... Ай, фак! Я увернулся от машины, но вляпался в поезд. Окей. Так. Значит, подождать, пока проедут машины. И проедет поезд.
Проедет поезд. Поезд! Поезд! Причем она ждет. Что за петух-самоубийца? Он ждет самоубийств? Он ждет, пока к нему приедет. Давай сюда. Сюда, сюда, сюда. Вот так, вот так, вот так. Да не было поезда, я тебе говорю. Налево посмотрел, направо посмотрел. Не было поезда. Ладно, нужно подождать, пока пройдут две машины. Я видел там еще какого-то петуха, который мимо проезжал. Давай попробуем ему перегодить дорогу. Может быть, это чем-то поможет? Эй, ты, петушара, стой! О, прикинь. Да, такая тема. Оу, Half-Life 3. Вряд ли Half-Life 3 когда-либо выйдет, поэтому ошибка. Окей. Хм. Если это, тут календарь. По-любому нужно как-то время. Оу, нет, не то. Нужно как-то время. Нужно как-то с временем что-то сделать. Хватит, нож ручкой своими теребить. Уйди, уйди, встань и уйди. Забудь и прости. Ну, дай мне увеличить время. Ну, пожалуйста, просто время увеличить. Ну, чуть-чуть. Ради Half-Life 3-то можно. Если подождать почти конца, и теперь... Ничего я. Да ты офигел, что ли? Нужно было просто взять и зажать? Мне пришлось ради этого смотреть саму рекламу. Ладно, постарел. Он почти умер и... Мне нужно найти покемона. Мне нужно найти его. Мне нужно найти его. Я тут находил покемончика. Мне нужно найти еще одного. Где же еще один покемончик? Давайте ко мне его. Ну же, давайте покемончика. Я знаю, я пою офигенно. Ха! Так и знал, так и знал, так и знал. Давай сюда. Что это такое? Что, бухло, давай бухай, 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 щенок. Ладно, косач, кем в него? Это лох, лошара пендаская. Что, я не знаю, кто сказал. Ладно, давай, отодыни, отодыни. Ладно, в себя кинь еще раз. Задумай, чтобы не страдал хренью, придурок. Тебе работать нужно. О, Ракли, пук-пук, Пикачу. Кем в него? Ты захватил. Умничка, ты победил. Покачу, кат! Супер! Да, я офигею, спасибо, спасибо. Вы похлопали меня, большое спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Да, вот что делает такая игра со мной. Что? Мне нужно еще 300 тысяч очков собрать? А сколько у меня сейчас очков, скажите? Сколько у меня сейчас очков? Сколько у меня очков? Сколько у меня очков? Сколько у меня очков? Давай зажму и узнаю, сколько у меня очков. Сжать. Зажал. Я уровень почти прошел, сейчас пройду уровень, у меня появились усики, найс, у меня появились большие усики, я очень свой, у меня отросла борода, я похож на Хадабыча, и теперь все, я уже грустный Хадабыч. И мне не хватает очков, чтобы всех, блин. А где мне найти очки-то? Ладно, в жопу. Ладно, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео, если вам оно понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а мы увидимся с вами в следующих видео, всем пока-пока-пока.